Ну, настало время попробовать нашу установку лазерной сварки в деле. Включаем, поворачиваем кнопку, включаем чиллер, систему и лазер. У нас есть русский язык. Выбираем режим сварки. И здесь у нас заготовлены такие куски металла. Это нержавеющая сталь, 1 мм. Красная точка позволяет прицеливаться. И варим. Вот для новичка довольно-таки неплохо. Хороший шов. Теперь попробуем режим резки. Для этого выбираем другую технологию, другой режим. Откручиваем автоподачу проволоки. И меняем сопла. Меняем сопла. То есть это стандартное сопло для сварки. И здесь у нас сопло для резки. Здесь у нас заготовлены вот такой вот кусок металла. Порядка 3 миллиметров. Вот и приступаем к резке. Для первого раза неплохо. И осталась у нас чистка. Для чистки в первую очередь нам нужно перезагрузить, чтобы войти в режим чистки. Заново включаем систему. Отлично. Так. Меняем линзу. Нужно открутить 4 болта. Вот мы открутили 4 болта. Берем линзу для чистки. Нужно очень аккуратно обращаться с линзами. Положили, закрыли. И обратно закручиваем. Довольно-таки быстро это все делается. Порядка 1 минуты. Если наловчиться, можно быстрее. Так, ну вот мы закрутили. И теперь отсоединяем сопло. Далее выбираем режим. И вот здесь у нас есть такой ржавый кусок металла. Вот ширина луча порядка 8 сантиметров. Полностью удалена вся ржавчина. Спасибо. Добро пожаловать в D9 GoodCut CNC Machinery Company. Это установка лазерной сварки 3 в 1. Спасибо.